Вытянули мозг. Всем привет, ребята! Вы попали на мой YouTube-канал. Меня зовут Катя. Сегодня 21 апреля, а это значит, что сегодня у меня день рождения, и мне исполняется 14 лет. Кому интересно это видео досмотреть до конца, то обязательно ставьте большой пальчик вверх, подписывайтесь на мой YouTube-канал, ну и продолжайте просмотр этого видео. Сегодня ночью я ждала, пока будет 00:00, я это все выкладывала в Instagram, как я снимала видео. Меня ночью поздравило несколько людей, и сейчас меня поздравляют. В общем, очень приятно, спасибо всем большое за поздравления. Пока будет 00:00, мне еще ждать целый час, поэтому я буду ждать. Вчера вечером мне мама делала ногти перед днем рождения. Вот такие вот они у меня получились. Оля, я буду раздавать такие чупики. Также сегодня вообще аттестация по физике. Я считаю, это супер подарок. Физика, в общем, у нее любимый предмет. Вот, с утра мама мне подарила вот такую вот обложку на паспорт. Да, она где-то ее заказывала. Потом мне набор спонжиков. Тут вот такой вот. Я один уже открыла и им пользовалась. Мама еще подарила мне вот такие вот три масочки. Мой старший родной брат подарил мне денежку. Кстати, видео о подарках не будет. Все подарки я покажу в этом влоге. В общем, вот в этом я пойду в школу. Вот так вот. Ой, что-то отсвечивает. Так, мы с Алисой идем в школу. В школе у нас сейчас будет классный час. Да. Да. У нас идет классный час. Да. Посмотрим какой-то фильм. Познавательно. У советских детей выкачивали. Ну так, у нас сейчас будет физика. Аттестация. Помню. Главное вот это, форму. Очень круто. Мы идем в сторону. Всем привет. Любимая наша Катюша, днем рождения. Тебя поздравляем, очень любим. Там учителя. Вот, Катя, мы тебя еще мнение. Мы написали промежуточную аттестацию. Все было очень плохо. Я вообще не понимаю, зачем мы это все учили. Да, аттестация по физике прошла ужасно. Мы сейчас возмущаемся тут. Короче, у нас была аттестация. О, у нас была аттестация по физике. И это. Нам очень понравилось. Да, нам очень понравилось. Я списала формулу на руке. И они не помогли. Не для чайников цирку. Цирку для чай. Задали пересказ. Очень много. Всем привет. Это реклама биологии. Обзор учебника. Смотрите, такой реклама. Да, короче, покупайте такой учебник биологии. Так, покупайте автора. Автора, да, покупайте автора. Картофина. Бабенко. Бабенко. Вот такими рыбами. Очень красочный учебник. Видите, как он? А еще вот в комплекте будет идти вот такая вот тетрадь. Со всеми этими. Со всеми таблицами. Сумками, сумками. Ой. Какими формулами. Да, очень красочный учебник, я думаю, тут занят. Оставьте отзыв по поводу учебника. По биологии. Вам понравился учебник? Учебник, который вы купили. Да. Катя родилась ради биологии, живет ради биологии. В школу ради биологии. Ест ради биологии. И мало того, что еще не стеклянный самолет. А что? Кого-то отчитаем. Так, у нас будет геометрия. Вот у нас будет Секунда. Передаю всем привет, поздравляю Катю аккуратно с днем рождения и кидаю вам. Сейчас
чё? Чё? Так Катя попросила. Ничего себе. Так, мы идем со школы. В общем, я пришла уже домой. Возможно, сейчас будут делать уроки, но нам их мало задали, поэтому не знаю. Возможно, вечером сделаю. Также, когда я пришла, мне ждали вот такие вот цветочки. Очень прикольные гипсофилы. Вот. Также всем ребятам из класса я раздала чупики, там еще остались. А мне подарили вот такую вот шоколадку. И вот такие вот мармеладки. День рождения буду праздновать в комнате у брата. Тут мы поставили тот самый стол, который просто везде на наших праздниках. Я 19 числа надувала шарики в маме день рождения. Они немного уже подсдулись. Так что я их поднадую, наверное, еще. Уроки я решила, что буду делать вечером. И мы с девочкой скоро пойдем гулять. Вот. В холодильнике у нас лежит торт. Вот такой вот. Ну, вы его увидите, когда я буду сдувать свечи. Привет. Короче, меня поздравили вот так вот. Хотя вообще теперь. Да. С днем рождения, 14-летием подростка. Всем привет. После вот такого вот скандального случая с стартовым лицом Катюши, Катя помыла первые передние пряди и сейчас собирается краситься. Мы не наблюдаем за этим процессом. Какая-то липкая все равно. Попробуй крем какой-нибудь нанести. Короче, вот. Dolce Milk крем. Так как Катя сейчас очень занята, я покажу вам цветочки. Ну, да. Или ты уже показывала? Я показывала, но не так хорошо. Вот, смотрите, короче. Это Алиса. Вообще небесная такая. Да. А я вот... А вы где тоже покупали? Пятёрочки. У Кати на столе стоит фантола. Она не делала уроки еще. А это что? Смотрите, как выпить фантолу за 5 секунд. Выпила фантолу за 5 секунд. Так, вот. Что Катюче задано? Вот смотрите все. Кунг. А, пункт. Первое. Завтра надо 2 по истории исправлять. Уметь показать пересказ. Объекты. Блин. 44. Это чего такое? А, ну это не мне. Что, Алина, сказайте? А Катя сказала. Катя, сделай черты. Короче, а это Алина. Да. Она уголовница города. А ты уже поняла свой город? Не надо. Архангельск. Короче, я города Архангельск. На Батвинск! Да, Батвинск! Даю всем привет! А вы видели самолет у нас в городе? А вы видели наш комбинат СБК? Да, еще видели, короче, церковь такая зеленая стоит. У нас, короче, в городе одни церкви. А вы видели, короче, церковь святого Святой Богородицы? Видели, да, а видели памятник Ленина и Ломоносова у шестой школы? Это две уголовницы города. А вы видели самолетик на парке? Ой, в парке. Они особо опасные. Они на всех нападают и рассказывают прелести. Они мне по лицу врезали. У нас еще есть памятники. А вы видели памятники на площади, где людей 9 мая, которые пострадали во время войны? Да, Великой Отечественной войны! Вот я так... Так, Катя это не вставит. Да, Даня Горденко сегодня вот такие вот Кати видео. Я поздравляю сегодня Екатерину, аккуратно с днем рождения присылаю. Они мне прям по лицу залезли. Катя сейчас красит брови. Брови. Спасибо.
что спасибо она сказала тебе? То, что я сказала, сколько, какой у меня рост. Ты какой у тебя рост? 155 сказала. Я сварю в Архангельске, покупаю Катюче одежду. Что ты мне снимаешь? Катя вот готовится к приему гостей, а мы тут стоим и мешаем. У вас есть Варя, пусть? Ой, друзья. Да. А, Мирон, что это в Архангельске забыл? Ну что, в Титан-арене? А нет, это нет. Больница. Больница, больница. Вроде как. О, поехал куда-то. Он больницу, наверное, снимает. Около Титан-арены. Ситуацию все списывают. Как он вообще, интересно, помнит, писал на по физике ситуацию? Так он не писал. Короче. Мирон по физике ситуацию не писал? Писал. Слава богу, у меня три. А мне два. Короче, рассказываю оценки. У тебя тоже два? Два. Два по физике. Три. У меня тоже три. Катя, можно что пошутить? Ну, если честно, это было что-то на уровне бога. На три надо было постараться написать. Девочка, а там есть кто на четвертый? На два. Ирка, лови чупа-чупс. Алиса, какой? На тебе с яблоком. Походи, Ира сюда. Хотела, Ира получила. Когда вот, не блин, сегодня Макарову в портфель попал. Что это за волос? Да. Что это за волос? Давай. Итак, девочки кушают торт, который мне запомнили. Там еще косметика, наверное, на нем сверху. Как вы? Всем привет, ко мне пришла Варя. Вот, и мне подарили подарок. Сейчас будет распаковка этого подарка. Вот так вот. Итак, сейчас будет распаковочка. Это кольцевая лампа, потому что моя окончательно сломалась. Короче, вот так вот она светит. Может быть, разных цветов? Да. Может быть, еще цветная быть. Вау-вау. У нас вот такой вот стол, мы с Варей ждем девочек, пока придут. Ой, подарок. Так, ко мне пришли девочки. Помялась они там. От души это. От души всем. Спасибо. А нас не снимал. А вы, я не успела. Мы потихоньку все. Они вот это. Как его? Мы уголовницы были. Пары помахали. Хорошо, мы тут вспоминаем, как нам Ирка мстила. Короче. У Ирки одна голова. Ты зачем на обычное видео поставила? Это пока что. Ну давай, показывай, хвастайся. Тут еще такой вот. А тут вот цвет. Вау. Надо в темноте. А тебе нравится? Это больше лампа? Да. Тик-токи. Так, тик-туки. Короче, выключаем свет. Давай, что включу? Ох. Что будет происходить, когда выключат свет? Чего? Оп, Диана придет. Давай, сейчас мы. Давайте с хлопком. Сейчас хлопку. Ну, найдем. Можно вот так тебе включить свет. Сейчас мы будем кушать, тетя. Опять не успела. Давай, раз, два. Ладно. Мне осталось две попытки. Не пойдет она в туалет. Нет. Давай. Я не собралась мыслями. Не пойдет. У нас супер фотосессия с цветочками. Катин плейлист. Это Катин плейлист любой. Ну, он вполне. Нажмите, кто... Катя. Передайте.
телефон. Это он. Это он. Ира, снимай тикток. Они ищут мой телефон. Я потанцуем. Делаю итак. На видео здесь кибежа. Вот класс, мне нравится. И что? И что? Включай, и что? Нифига, он тут, он слушает. Сейчас ноготь подожгу. И все. Смотри, как я хлопать. Айфончик 11 хочу. Котенок засветится. Давай, Катя, у тебя уже скоро созрело. Нифига. Так, так, убирай. Офигеть, по... Ирка торт режет. Ой, эти-то там осталось. Ой-ой-ой. Катя будет с пластмассой есть. Ира, ой, Катя будет свечи есть. А потом ставит себе миниры. И будет как Паша Сникерс. Так, подожди. Чем? Мы покушали тортик, теперь все в телефончику. Капец, что это? Мы смотрим лайки. Убрали на и теперь можно и посидеть в телефончиках. Я раздавила ребенка, мама в животе. Вот пришли к психологу. Вот психологу, вот наш психолог. Личный. Да. Пьет колу. Рассказываем ему все свои проблемы. В общем, девочки уже ушли. День рождения подходит к концу. В общем, надеюсь, тебе это видео понравилось. Ты поддержишь меня большим пальчиком вверх и также подпишись на мой YouTube канал. Я с вами буду прощаться и всем пока-пока.